Потому что вот, например, в сингл-драфте обмениваться нельзя. А вот как здесь, я, честно говоря, не помню. О, Венга. Ну, слушайте, прям все персонажи появились, на которых можно собирать новомодные аганимы и смотреть, что же из этого будет. Ну, ладно, не все. Окей, только Венга появилась. У Венги неплохой. Это такое. Слушайте, а здесь вот такая прям суровая у Зевса иконочка. Так, давайте переключимся вот на такую штуку. Пока у нас пауза, проверим, все ли у нас правильно. Джеки Рос подъехал. Вот Фэнга спрашивает, можем ли мы свапаться. Ну и Спайкудзе говорит, да. Он говорит, а тогда изи вообще. Изи, сейчас отдадим... Сейчас заберу себе Джеки Роса, отдам там Сайленту, значит... Кого он там отдаст? Лон Друида и... А, уже. Уже. Так, нет, ФНГ все-таки на Дизрапторе. Так, Лил на Шейкере. Гад на Вайпере. И Фобос на Джакира. Кого не сказал, кого забыл. Сайлент, Лил, ФНГ, Фобос, Гад. Гад, все вроде бы. Вроде бы все. Давайте у Прайсов посмотрим, как там у них обстоят дела. У команды имеется Тимберсо. Такой, слушайте, прям жестко опасный какой-то. Вообще безумный такой какой-то Тимбер на Дума чем-то похож. Вот какие-то острые у него вот эти части. Ну, может быть, не похож, но похож. Венга. Гига управляет девочкой с такими двумя... пушками, Микки, прям Микки, Мини Маус, вот. Гидрокс на Урсе, вот этот вот Зевс прям, который настолько горячий, что испаряется влага вокруг него, вот так вот он в тучи летит, еще и с молнией. А, это молния с Интернешнала, что-то такое, да? То есть прям совсем громовержец. Джастис на нем играется, ну и Зенегата управляет Абадоном. Слушайте, ну давайте вот так вот. Посмотрим ближе на этого Зевса с молниями там совсем. Оружие Mortal, насмешка Mystical, руки Legendary, сундук Legendary и шлем Аркана. Запакованный Зевс просто по самое не могу, друзья. Так, там уже кого-то нашли. Нашли друг друга парни. Тимбер получает, ставят Kinetic Field и... Немножко сейчас Тимбер задержится, а здесь уже его там начинают накалять, и год, смотрите, как он плюет, как он его замедляет, а здесь что-то один моуспит, и блокирует медвежонок выходит вперед, медвежонок кусает сзади, еще тычки долетают, но не убивают они, каким-то все-таки, а смотрите, какой хитрец, реактив армор вкачал, чтобы, собственно, не погибнуть, ну так и произошло, ну, может быть, если бы медведям там как-то лучше немножко контролировали, там, именно блокировали, а не кусали, остальная бы команда, может быть, подтянулась, но, опять же, друзья, напоминаю, что моуспит сократился на целый 5 единиц для всех игроков в доте, для всех героев в доте, потому что у сапогов теперь скорость передвижения меньше. Ну, с другой стороны, там никто, наверное, сапогов и не имел изначально, сапог. Да, никто их не приобретал, но как бы бывает такое, да, что саппорт там первым айтемом берут себе сапог, идут кого-то гангать, и теперь они тоже могут это делать, но надо иметь в виду, что чуть-чуть меньше у них будет скорость перемещения, и, возможно, это как-то сыграет против них. Там что-то кто-то... Ну, Зевс реально такой прям качок. Опасно так. Кого нашли? Нашли Фобоса на Джакира. Джакирос плюется по Зенегате, но ходит, не потеряв своей жизни. Здесь же вот очень большая проблема у Зевса, и, к сожалению, это First Blood. Вот так. Просто умер. Просто Зевс был повержен. Громовержец был повержен. А ПБ делает год на первой минуте 6 секунде. Ну, теперь может сосредоточиться на том, чтобы добивать крипов. Давайте посмотрим, как это у него получалось до этого момента. 3-3 было, сейчас 4-3, ну, более-менее вроде бы неплохо. У Зевса менее... Нет, более плохо. Более плохо, менее хорошо. Что у нас у Кэрри, у Сайлента, как дела? У него 4-1, что-то пропускает там, вот, конечно, крипов. Но, видимо, есть на то какие-то причины. Может быть, он сосредоточен на том, чтобы... Слушайте, ну я не могу, смотрю на этого Тимбера, все, у меня сразу мысли куда-то в другую степь уходят, какой-то такой странный Тимбер. Вообще не Тимбер. Лил подкрадывается незаметно.
Так, ну Вобос по-прежнему тут воюет с саппортами, саппортом, точнее, с Абадончиком. Абадон взял себе, смотри, какую хитрость, взял пассивочку, чтобы замедлять Фобоса, а его там побежал. Урса, давай. Ну, Фобос, может быть, крипам отдаст, но это сложно будет сделать. Ой-ой-ой, как вовремя, там был стан, но Винга тоже снизу дала стан, по Фобосу Фобос бежит, за ним все, собственно, бегут все, кто могут. Джекерос замедляет, но Винга сейчас заблокирует проход, заблокировал, но там есть Фиссурина от Лила, и вот пошел он уже прогоняет всех остальных. Кентавр хочет драться, Урса, Клэп, тычка, и еще. И еще они сейчас могут его раскатить на самом деле, Лил. Но он, правда, без маны. Ну хотя как без маны? Он на самом деле с маной-то просто, он ее не использовал. Ну, в общем, разменялись по хпшке, но никто не погиб. Но, однако, ситуация была не из, ну, не из самых простых, особенно для Фобоса. Ну, ему повезло дважды, во-первых, то, что Лил подошел, во-вторых, ну, точнее, это во-вторых было, во-первых, что кентавр станчик отвесил. Урсе такой, ты чего, дружище, ты куда? Ну-ка, дерись со мной. У маленького кентаврика теперь пассивочка появилась неплохая. Добавляет 5% Magic резиста для героев, 10-20 для крипов. Так что Doom теперь может кушать и этих товарищей. Ну, в случае, если, конечно, не хватает там ему этого самого Magic резиста. Ну или просто можно переманить каким-нибудь доминатором там его себе. Так, Тимбер. Четвертый левел, кстати. А тут, здесь третий, да, у Джеки Роса. Ну, опять Лил заходит за спину на этот транспорт Венги и зацепил таки Венгу. Венга дает стан погоду и попытается сейчас уйти. Отсюда, в принципе, это у него получится. Ой, больно же сейчас. Куда же пошел-то, Лил, не подставляйся. Сейчас Тавр посильнее бьет по героям. Смотрите, там 3 или 4 удара, а может даже до 5 словил себя. Ну и вот 36 хп, он уходит на них, но здесь сразу же прилетел, и, по-моему, сейчас будет бежать назад. Посмотрите, что делать? Тут сейчас погибнет-то или нет? Опа, вот так вот, ничего себе, Лил подловил Випсата, хорош. Ну что ж, Громовержец Аркана, но Громовержец Таверния. Не самое лучшее, конечно, начало для Зевса. Ну, Вайпер опасный противник, очень опасный противник, учитывая, что Зевс лишен каких-либо эскейпов, да, и каких-либо способностей для избегания урона, ну, например, там у Тимбера есть там Reactive Armor, там у Пака он фейс-шифт может уйти. Еще есть куча героев там со всевозможными блинками и что-нибудь такое, Зевс, конечно, в этом плане немножко... Так, блокирует ли, смотрите, Гига понимает это или нет? Ну... Непонятно, но, похоже, не понимает. Смог. Теперь должен понимать. Должен понимать, Джеки распускается вниз, сейчас будет фиссура, сейчас Вайпер подошел, просто развалит ее, эту Вингу не часто вот это на стан. И фиссура прям в сторону вражеского леса. Ну, как-то так, наверное. Ну, хотя нет, в сторону вражеского леса это сюда было. В общем, по длине фиссура по горизонтали. Убивают Вингу. 4-0. Урсой как там все обстоит. Все, у Урсы на самом деле не то чтобы и хорошо. Потому что Джакира-то очень хорошо крипится здесь. 10 крипов. Нормально на самом деле показатель. Там от даже 12, сейчас вот будет больше. Смотрите, 12 крипов это больше на 2, чем у Зевса. Поэтому, можно сказать, не просто неплохо, а офигенски. Офигенски там все у Джакира, учитывая, что мид... Был... Ой-ой-ой, закрывай, это будет очень серьезно, и теперь просто с руки, просто наваливает, Лил бьет своим тотемом, дальше еще один удар, еще последний. Гад отправится верного очередного представителя команды Прайс, и, в общем-то, не рады они уже, что в центре оказался Гот на Вайпере, потому что он постоянно их отправляет куда-то прямыми рейсами на Фонтан. 4-0-1, то есть все 5 фрагов, которые совершила команда ВП, она совершила с помощью Вайпера. Некоторые из них даже совершил лично он сам. Некоторые 4, пока что это большинство всех фрагов, большая часть. Башню сил тьмы на центральной линии атакуют. Спрашивают, это рандом драфт, что я уже забыл, что это. Это, да, это рандом драфт. Башню сил тьмы на верхней, да, линии атакуют. Да? Нет? Не знаю. Слушайте, вы меня сбили с толку, друзья. Рандом драфт это, да. Летит сюда, кто сюда? Летит сюда, Зевс летит, но Вайпер его уже ждет, у него 8 левел, как бы. А у Зевса 5-й? Нет, у него 4-й, лол, у него 4-й, что по левелам? Ну-ка смотрим. 8-й, 6-й, Урсы 6-й, 5-й, у Джакира, ну, гад решил. Ой-ой-ой, боже ты, боже, ты делаешь, ты просто бог, вот кто бог, не Зевс, бог, Вайпер, бог. И дальше, никак он зацепил, но фиссура, конечно, мешает, 8 секунд она там будет стоять. Ну и тем самым спасает Абадончика.
1400, то есть если он соберет, грубо говоря, еще вот эту вот линзу, которая увеличивает на 200 рейндж, будет 1600. Ну, неплохо, неплохо. Ну, в общем, ладно, я думаю, вы уже посмотрели, давайте вернемся к крипстату. Как бы пока, вот и если вы когда-то слышали такое выражение «театр одного актера», ну, можно, наверное, частично применить пока что к игре Virtus Pro, потому что вот один тот самый актер, который 5.01, он очень хорошо играет свою роль центрового персонажа, причем мы даже не догадываемся, хорошо, сейчас должен забирать ФНГ, нет, ФНГ отправляет назад Тимера, но ладно, все равно ФНГ погиб. Первый фраг, мы поздравляем команду Прайс, все-таки у ВП тоже идет кровь, их тоже можно бить. Фиссура. Такое ощущение, что Фиссура разрушила тавр, вы заметили? Я такой в недоумении, что это с новой дотой не так. Ну, конечно же, это не она разрушила тавр, это медведь разрушил тавр. Башню сил света на верхней линии. И у медведя теперь Мидас. Интересно, это будет Мидас-Мидас или это просто Мидас? Пожарный выход. Если у вас пожар, друзья, вы знаете, как... не вот спастись. Бежим сюда. Я пока еще, знаете, чего не видел вот в новой дуте, чтобы садили маленькое счастливое деревце. А, так, кстати, вот Вайпер уже собрал себе Dragon Lance. Весьма полезный артефакт. 705 теперь у него рейндж. Ну, то есть 705 это дальше, чем некоторые ньюки, например. Башню вот тут же Венги. На центральной линии атакуют. Плюс, как бы, очень хорошо можно держать расстояние между, друг между другом. О, вот они корни, ага. Тимбер, 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 чейн, тимбер, 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 со. Пустил колесо, но погиб. 8-1. А, так вот, да, смысл в чем вот в этих артефактах? То есть, может быть, ну... можно с разной точки, с разных точек зрения смотреть на то, что дает вот этот вот Dragon Lance, там урон дает, скорость атаки дает к силе, дает рейндж. Но самое важное, ну понятно, что это рейндж. Но рейндж, как бы, самое важное в рендже, это то, что когда вы проводите сражение, вы можете стать дальше друг от друга, это самое важное. То есть не, ну, гораздо меньше возможностей у вас попасть в ситуацию, когда Шекер заходит и дает Эхослэм в пятерых, да, или там Магнус. РП там в троих, четверых, то есть вы стоите там, грубо говоря, вот так и вот так. А если у вас какой-нибудь там вот этот вот Dragon Lance у парочки персонажей, то вы можете стать чуть дальше, вот здесь как-то там, здесь и здесь. И, соответственно, расстояние между вами чуть больше, поэтому, например, РП уже вас не заденет. Ну, посмотрим, как будут использовать игроки. Конечно же, тут все хорошо, и дальше крипов можно бить, и дальше там можно стоять, и, в общем-то, в принципе, сам по себе артефакт неплохой. Там хп-шечку дают, силу, скорость атаки, дэмэдж, ну, то есть нормально. Ну, учитывая, что сейчас, например, Башер дает 10 урона, да, и вот такой вот артефакт тоже дает 10 урона, то почему нет? Башер же там уже 10 урона дает вроде бы. Давайте смотреть. Да, 10 урона. Ну, он, правда, 10 к силе дает, но, опять же, Башни если вы не какой-нибудь там рейнджевик с силой, да, то вам эти 10 силы как бы дэмэдж не дают, они просто дают хп. Что ж, 10 минут у нас прошло, я думаю, ситуация весьма плачевная по нетворсам команды Прайс. Кстати, видите, 6 тысяч только у Урсы, а там же 3 тысячи у Урсы, 6 тысяч как раз вот у Года. Ага, ага, ну вот его бы убить, но так получилось, что... шли встречными курсами и увидел вот, вот эти вот отходящие арканы, мог убежать. Как-то все вроде спокойно, без каких-либо замесов, там 5 на 5, 3 на 3, но фраги-то делаются. Так, Фиссура по Абадону. Абадон уже с ультимейтом, это неплохо. Ага, и вот еще дополнительный артефакт, Айрон Талон, который может сразу же лишить крипа 40% его хп. Это весьма неплохо. Ну, фармить можно быстрее. Медасик. Башню сил тьмы на нижней линии атакуют. Как-то все спокойно, действительно спокойно. Вот тут почему-то ФНГ пушит тавр. Где вы видели, да? Пришел саппорт наглый, пушит. Сейчас может еще назад вернуть Тимбера. Вообще вот тут никто не напрягал.
решил не возвращать, может быть, наоборот, это какой-то там замануха какая-то там, тем более подходит Лон Друид. Он говорит, давай, не возвращай, сейчас разберемся. Сейчас этот форману, вот стак еще дополнительно добавили, можно идти драться и еще и параллельно фармить. Ну вот будет сейчас, если что, возвращать, да, ой, смотри, Ксор вернул, он ничего не может сделать. Ничего не может Тимбера сделать, а там уже корни сейчас прокнут. Да, без корней, просто так, просто с руки запилили, закусали. А, ну вот, вот как-то так. Слишком изи, слишком просто. Ну, может быть, давайте будем как-то грешить на вот этот вот рандом, может быть, из-за него не повезло. Ну, пока это такое, 15 минут ГГВП. Сайлент и его боевой товарищ. Так, Винга, привет. Урса, тоже привет. Есть ультимейт у Урсы. Если тут поставили фиссуру, отрезали Урсу хорошо и наплевали на него. Ох, как на него наплевали-то! Окей, он поглощает дамаг. Он поглощает урон, он забрал медвежонка, но вот он уже новый медведь, теперь можно по нему плевать, можно его убивать. Возвращает его назад сразу же, не держите Урса, но не может драться, очень мало хп. Погибает Урса, Варриор погибает вместе с ним, наверное, и Т2, Камафрайс. Мощные силы тьмы на нижней линии атакуют. Ну да, погибают. Вайпер помогает команде заработать голдишки. Еще 300 на руках у него. Яшка. Честно говоря, мне кажется, сейчас Зевс погибнет. Или нет, не погиб. Да, не погибнет, никто за ним все-таки не пошел. Наверху тут Джакира тоже как бы имеет свою собственную доту. 9-й левел. О, здравствуйте. Я только хотел сказать, что как-то особо артефактов у Джакира нет, но он неплохо себя чувствует. Так вот, все-таки я не прав. Он себя вообще хорошо чувствует, и артефакты у него есть. Иул на 13-й минуте. Здравствуйте. Yes, да, я согласен. Там блинк, наверное, уже? Нет, блинка пока нет, но я думаю... По факту у нас особо это и не нужен. 2-4 сейчас у медвежонка. Оп, смотрите, фиссура там прям по Зевсу. Привет, Зевс. Зевс бежит. Ай-яй, врёшь, не уйдёшь! Там он пытался засейвить, дал койл, но нет. И вот теперь Тимбер принимает на себя удар крипов, там стакает себе реактив армор, Джакира его юльчиком поднимает вверх, сейчас будет замораживать, хорошо, еще стан отлила, отлично, все проходит, фиссура по крипам, и ухо, сулам не пожалел! Но Тимбер ходит, Тимбер бросает чакрам, но нет, недалеко он ушел. Есть, вот, возможно, у ваших бабушек такая подушка, в которой бабушка втыкает иголки, да, и хранит их там. Вот мне напоминает команда Price вот ту самую подушку, в которую втыкают иголки Virtus Pro. Очередные иголки пошли втыкаться. Урса решил драться. Ага, Зевс, о, красиво это все выглядит, ультимейт, да, но... Ну что? Ну корни, да. Ультимейт это круто, а корни, наверное, еще лучше. Как-то медвежонок, видели, как побежал? Вот так вот. А тут, наверное, чуть-чуть впереди был сам Лон Друид, поэтому медвежонок не протиснулся. Но можно было дерево скушать. Можно же было его скушать. Но есть же Айрон Талон. Ну, вот тут вот на самом деле непонятно описание. В патче я читал, что он все-таки с Iron Talon все равно можно рубить деревья, но если вы, допустим, рубите крипа, то тогда кулдаун больше. Кулдаун 14 секунд, и вы там у крипа отнимаете хпшку. Вот тут не написано такого всего. Тут increase attack damage against non-DTT. Target non-player enemy. Unit, да, 40... Не написано. Ну, может быть, потом поправят как-то это описание или... Или что-то такое. Башни. Давайте графики, наверное. Ну, я не знаю, зачем чекать атакует. Графики, но... И так понятно, что вам будет 10 тысяч. А, ну ладно, ну не 10, да, 15. Даже больше. 31 на 13. Такая вот разница по XP 27 на 18. Слушай, неплохо пока все складывается для Virtus Pro. Я абсолютно не знаю, как... О, новая рунка. Башню сил тьмы взял медвежонок. Так, Тимбер гоняется за Сайлентом. Сайлент превращается в Сайлент. Окей, Статик Шторм заманил на Статик Шторм. Опять-таки, и теперь ТП, ну ТП, конечно же, не дадут сделать. И корни там, и заморозочка. Возвращает назад Гидрокс. Он там юлится одновременно. Окей, Гидрокс нападает на медвежонка. Медвежонка бежит, Зевс, Кентикюд стоит. Винга не может пройти, Зевс подставляется.
Подставляется Зевс, Зевс что-то делает. Урса прям такой агрессивный, надо бы как-то зайти, нам нужен какой-то даггер, никаких даггеров нет. Опять замораживает двоих, Джакира хорошо, Зенегай очень больно, ультимейт срабатывает. Бежит назад Зенегай, а Зевс сражается с Талентом. Так, отрезали сейчас Урсу, Урса один против троих, он Клэбу хочет саппорт забрать, забирает саппорта. Есть ультимейт от Зевса, Зевсу, Зевсу очень больно, на нем вообще точка висит ободочка. Зевса возвращает назад, греха подальше, Зевс иди назад, иди домой, Йоу, сейчас будет заморозка, замораживается Зевс и задувает сверху, все просто в Зевса. До свидания, дружище. GG, пишет Гидрок с G2A. GG, хватит это терпеть. Я тоже согласен. Слишком больно. Слишком все-таки больно. ВП вкалывают эти иголки в эту подушку. Надо сейчас немножко отдохнуть. И в Captain's Mode сыграть. Там, может быть, будет попроще. Просто деклассировали ВП только что команду Price. Лил собрал такой вот замечательный инвентарь. 3 манго, 4 танго. 3 манго, 3 огонька, наверное, огонек.